где рыбаки-то? Там дальше сидят, в вершине, да? Там? Здесь, где натоптано, там штук ловят. Так. Тут мужичок сидит с удочкой, ну, нифига не ловит. Такие вот, немножко маленькие такие. Ты-то в кадре сегодня? Сегодня нет. Ну, слушай, смотри, какая погода, да, крутая, обалдеть. Просто зашибись. Вот только тень видна, вот у меня ушаная шапка. Я себя даже сегодня не показываю. А почему? А пусть будет такой формат. Новый формат. Кстати, вытащили. Молодцы. Недалеко спустивает его, да? Совсем вон тут, в сторону чуть-чуть. И все. И уже буксует. Вот он полез за глобку. Ну, буксовал, видишь, у него передок, правая это буксует, и никуда ничего. То есть вот много ли надо, я говорю, на северной стороне, это раз в сторону. И ушел. А, так везут еще это, на мясокомбинат этот, бычка везут. Я говорю, не снимай. А что, ты боишься? Не боюсь. Объектива боишься? Ну, расскажи, как у тебя настроение, как тебе живется здесь, в сельской местности? Ну, лучше, чем в городе. Лучше, думаешь? А чем? Какие? Давай, плюсы сначала. Плюсы деревенской жизни. Так, свои продукты, огород. Мясокомбинат под боком. Так. Маслозавод. Маслозавод под боком. Хлебопекарня. Хлебокомбинат. Так, что еще? Рыбалка. Рыбалка, рыба своя. Так. А, нет, нет. Еще? Охота. Охота. Это пиво, охота, ты хотел сказать? Нет. В магазине нет? Охота. Так, согласен. Ну ты же не охотник. И что? Ну хорошо. Можно и так завалить. Так, это плюсы. Минусы есть жизни в деревне? Ну, допустим. Какие? Минусы. Ну, сельский туалет. Ну, хотя и можно сделать такой теплый. Ну, в основном это сельский, да, у кого-то? Большинство. Не, у меня в доме. А, у тебя в доме, благоустроено. Есть ли минусы? В кадр не попадай. Какие минусы ты видишь? Не, ты види, дом снимаю, видишь, древний. Он древний, он. Ну сруб-то видишь деревянный. И панорама заметь. Опа, солнышко. Вот красота-то какую. Вот это русская деревня, ребята. Минусов здесь нет, правильно, Дмитрий? Минусов жизни в деревне нет. Так какого хрена, скажешь, ты в городе живешь? Да? Леха, есть ли минусы жизни в деревне? А какие? Давайте нет, подойдем еще к одному эксперту. Я тебя не в кадр. Нет, не снимайте. А я не снимаю, но какие минусы ты знаешь? Вот для тебя. То, что нет трамваев, метро нет, все приходится пешком, да? Такси есть. А, ну такси есть, да, недавно. Ну, снегу по шею, когда снегу нет, конечно. Вот они минусы. А еще? Пока хватит.
вот какие ты думаешь, вот такой ширины лучше, да? Большие, широкие, наверное. Вот эти 3300. 3. А вот если я на такие встану, утону? Ну это детская, наверное, пошла. Это детская. Подожди, подожди, велосипеды. А взрослых-то нет? А вот один взрослый. 16500. Я-то хотел типа как раньше, советского что-нибудь такое, знаешь, просто рама, всяких передач. Вообще у тебя, блядь, друзей, дохуя в Кирове. Держи, держи, держи. Ёлки новенькие, смотри, ёлочки, да? Это с Нового года запечатали или это свежий товар? Ой, лучше немного. Тоже вот такая же модель-то, 2720, охотник. А нам нужны рыболовные. Чего выбор-то совсем небольшой, да? В такой люльке-то вы большой ездили. Ну да, тут вроде чуть поменьше. 7500 стоит. И мотособака. Вот какое полиция рыбалку-то берет. Ящик в сумку там положил и за собой тащишь. Ага. Бог. Ну да. Я хотя ни разу не пользовался, но лучше. Все, лыж нет. Зато шампура есть. Хорошая шампура. По 240 какие ковшики. Чего только нет. Все для сельской жизни имеется, да, в наличии. Как заказ. Здравствуйте. Звезды и люди. Да, люди надо, если большие там. А, маленькие, наверное. Может, поставить что-нибудь? Колун какой-то. Ага. Мы будем искать то, что всегда найдет. Конечно, совершенно верно. Ты в кадре сегодня, нет, Лёха? Нет, нет. Ну ты только со спины в кадре. Я всех видел, там вот приводимые где-то все, блядь, обсирают. Это хейт, это хейт. Мы их видим. О, какие люди! Сашка, все путем? Здорово. Такой интересный человек, хороший. Мата не было. Ну это что, хватит всех, что. Не, ну купил. Ну, это всегда так, что. Я вот, допустим, в том году покупал Audi Quattro. Сотка, полный привод, постоянный. Тачка отличная, не гнилая, ничего. Единственное, у меня минус был. Родной инжектор, ну, наш, переделан был на карбюратор, она, ну, вообще ни хрена не ехала, то есть, ехала медленно, как долго, разгонялась еле-еле, расход был литров 20, ну, то есть, но она была не гнилая, у меня был кожаный салон, полный привод постоянно, я ее купил за 60, продал всего лишь за 85, так, сейчас эта машина стоит, даже с таким сраным карбюратором, она стоит минимум 150, именно кожа, она была белого цвета, не гнилая, полный привод. То есть по любому этому, по снегу она газу даешь, она едет вообще не гнилая. Да. Я отдал за 85. То есть, ну да, я, у меня никогда не было тогда квадро, покатался на. Да, тачка зашибись, едет отлично. Нигде не буксует. Там еще блокировка, прикинь, задний дифференциал, ну, чтобы для понимания, в общем. Ты когда буксуешь, ну да, я знаю, знаю. Я же буксует, ПТО заканчивал, да, да, я в курсе. Вот, да, одну кнопку нажимаешь, и там у тебя задняя,
задние колеса оба буксуют. Да, оба. Да, я согласен. Она за счет этого проходимость у него была лучше, чем у Нивы. У Нивы такой кнопки нет. А бывает без кнопки блокируется дифференциал? Ну это если ставишь самоблок, а он стоит вроде где-то, ну, 20 тысяч. Ну самоблок, согласись, он как бы лучше, да? Или может ломается у часто? У него минус в том, что нагрузка же идет на полуоси. Ага. Ну, шестеренки такие. Если так постоянно ездить, а у нас железо так иного качества, как в наших же автомобилях. Соответственно, ну там сыромятин. Просто проворачивает. Ну да, да, сломает, шлицы сломает и еще чего. И там останешься в этом грязи в ней. Да, 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 согласен. В Жигулях передний привод, у них такая же схема, как задняя вещь. Да. Сейчас хочу такую же купить в идеале для себя. Пока не могу найти в наличии. Даже вопрос не в цене, а в наличии нету в наличии. Есть где-нибудь там в Воронеже. Ну я туда не поеду, не поеду же что. Ну да. Не знаю, что там будет. Не доверяю таких, я скажу. Ну все, пока, выключаемся. Можно где-то. А я люблю всякий шашлык. Главное, чтобы он был без крови, не сырой. Да понятно, что это. Крови можно что угодно. Ну, в Писании запрещено кровь кушать. Вкушайте все мясо, но без крови. Что? Видишь, Ваненький снял, босиком стоит, уже жарко. Ну, елки-палки, босиком. Обалдел. Только это. Сейчас не жарко. Уже стемнело немножко. Вот здесь столик такой, импровизированный в сугробе. Да. Ждем приготовления шашлыка. Запаха не передает ни одна камера, да? Ой, вообще. Шашлык — это такое блюдо, которое нужно есть, вдыхать и снимать. Тут интересно не только вкушение, но и процесс приготовления. То есть, а почему интересен? Потому что, ну, за ним где-то немножко, может, рюмашечка пройдет, разговор какой-то интересный, воспоминания, сказ, ну, все что угодно. Признание в любви, я не знаю, прощение, прощение, ну, знаешь, вот такие моменты разные могут быть. И все это за мангалом происходит. Поэтому процесс приготовления не надо отставлять как бы на такой, ну, бытовой такой вариант, кухонный. Вот о чем речь. Отлично. Ну, углей, я думаю, хватит. Они не толстые и отлично. Бывает, в магазине купишь куски такие, ножа нет, опять не взял. И большими ты жаришь, их долго на ножах. Горит-то когда горит. Это пусть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук. Ты знаешь, как считаешь, как в том кино, ну, это операция, подожди, как это? Про Шурика. Он такой, раз, два, три, четыре. А компот? Компот, дайте ему компот. Помнишь, нет? Сыну только. Вот он даже раз, два, три, четыре, ему шампот подали. А компот? Это, конечно, такая показуха. В смысле показуха? Ну, я имею в виду, что так уж. Шашлык-то уж точно не давали, блядь. Не, ну, это же юмор. Рабочим-то точно. Вот в этом и юмор. Конечно, не давали. Баланду какую-нибудь дадут там, похлебку, блядь. Кашу? Не, дует-то, потому что... Че, они не толстые, так прожарились? Повар обычно смотрит продукцию, чтобы была пожаренная, без красного. Без красного, да, согласен. Видишь, какой? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Значит, еще не готов. Угу. Так, а если я не повар, тоже попробую. Конечно, можно сейчас попробовать. Ну-ка, подержи так камеру вот эту. А ты тоже снимаешь там или нет? Не, не снимаю. А просто свет у тебя включен? Свечу. Просто одну беру. Давай, одну. Давай. Уж больно вкусно ты это сдегустировал. Раз, а потом еще давлю. Да почти готово все. Ну почти, ну крови-то нет вроде бы. Все отлично, что можно. Соки есть. Можно. Угу. Еще 10 минут, да? Плюс-минус. 3-5 минут. Отлично. Ребята, бери сюда. Сочный, обалдеть. Не сухой. Тут еще на раз углей-то нам хватит, а переживали.
Заметь, ветер спал. И заметь, что это. Все хватило за один раз. Реально, ноги не мерзнут. А это. Не мерзнут, да? А руки отдува, ты купишь. Обалдеть. Сугробище просто. Ну, предела нет, конечно, спортсмены показывают уровни. Ну, все, я сейчас говорю на фоне фонаря, так мне не видно. Давай снимать главный вот этот. На, бери полный. Опа, а что это ты еще один взял? Полочка. Да, полочка. Нет, здесь такая пословица, давай. Стоять у колодца и напиться. Да, ну, согласен. Самое, что готовить и не попробовать. Давай еще 5 минут. Ну. 5 минут? Не, меньше они сгорят за 5 минут. А. Мешать надо постоянно сейчас. А потом, значит, все это снимаем по 50 и в баню. Согласен? Потому что баня сейчас уже на пару, а сейчас еще я поддал там пару тройку полей. Вот это еще готово. Да. Вот, точно. Давай крупный план. Да. Это. Какой нужен разряд? Давай, поварской, короче, чтобы шашлык готовить? Тут разряд не нужен, тут нужен опыт, вот и все. Просто. Давай, товарищ, мешай давай сам. Сейчас, чтобы не горели, а это инсубака. Да. Ничего не видно. Специалист с поварским образованием ушел. Что мне без диплома поварского делать с этим мясом? Я могу только его съесть, ребята. Ну, отлично, что все получилось. Стемнело, хотя времени много, сейчас сделаю. Сейчас. Сегодня у нас 18 февраля 2022 года. Пятница, что ли, да, пятница. Вот и вам, пожалуй. В небе не звездочки. А нет, есть кое-какие. Фонари. Ничего не меняется со времен блока. Ночь, ледяная редь канала, аптека, улица, фонарь. Ну, я бы еще добавил шашлык. Это уже совсем другая история и другая поэзия.